И Данстарт, кубка ПАО «Татнефть». Да, ну вот неопытный лейтенант помотал его по дорожке, но вроде бы все нормализовалось. На противоположной прямой лидирует Мирзабек Капушев и «Северное сияние». Далее плотная группа преследователей. Корсавий занимает бровку под седлом Магомета Капушева. Лидирует «Северное сияние». Корсавий, тут как тут, лейтенант и Устик Рил. По-прежнему впереди «Северное сияние» по противоположной прямой. Лошади приближаются к левому повороту. Идут в небольшую горку. Бровку занимает Корсавий и очень выгодную позицию занимает Магомед Капушев на первом номере. Впереди «Северное сияние». С небольшим отставанием «Бенефициар» и Юрий Кулинич. Выход на финишную прямую. «Бенефициар» добавляет «Северное сияние». И тут же «Корсавий». Вот она, тройка лидеров. Немного впереди, буквально на пол корпуса. «Северное сияние» полевой стороной добавляет «Бенефициар». Бровку не отдает Магомед Капушев на «Корсавий». «Бенефициар» переборол «Северное сияние». И «Северное сияние» отпадает на третье место. Пошли в борьбе «Бенефициар» и «Корсавий». «Бенефициар» лидирует. И «Бенефициар» отрывается на корпус и одерживает победу под седлом Юрия Кулинича. «Бенефициар» на втором месте, «Корсавий».